Пирожок, а ты что делаешь? Пытаюсь успеть ко второму тайму. Странное время для сельхозработ. Гена, ты же сам рассказывал, что батарейку можно сделать из картошки. А я гляди, сколько накопал. На телевизор тебе и вагона картошки не хватит. Молодец, внук. В темноте зря времени терял и картошки накопал. Хвалю. Гена, спасай, брат! Где электричество добыть? Есть одна идейка. Используем энергию ветра.